Томас Пиктон, английский генерал-губернатор Тринидада, участник наполеоновских войн, родился в августе 1758 года в Пойстоне. Вступил в военную службу в 1771 году в 12-й пехотный полк под командование собственного дяди, размещенный тогда в Гибралтаре. В марте 1777 года произведен в лейтенанты. В январе 1778 года Пиктон был произведен в капитаны и вернулся в метрополию, где был назначен в 75-й пехотный полк. В 1794 году Пиктон отправился в Вест-Индию, где был назначен адъютантом главнокомандующего Джона Вайена. Вскоре он был произведен в майоры. В Вест-Индии Пиктон принимал участие в колониальных войнах против испанцев и французов, в частности, находился при захвате Сент-Люси и Сент-Винсента. За отличие был произведен в подполковнике. По взятии Тринидада Аберкромби назначил Пиктона губернатором этого острова. В октябре 1801 года он был произведен в бригадные генералы. В 1803 году Пиктон вернулся в Великобританию и был арестован по обвинению в злоупотреблениях на Тринидаде. После долгого разбирательства Пиктон в 1806 году был признан виновным в истязаниях рабов на плантациях. Однако Пиктон не согласился с приговором и подал апелляцию, которая была удовлетворена в 1808 году. Пиктон был полностью оправдан. В 1809 году Пиктон был произведен в генерал-майор и сражался в Голландии, где принял участие в осаде Флиссингена, по успешном завершении которой был губернатором этого города. С 1810 года Пиктон с выдающейся храбростью сражался в Испании, командуя дивизией в армии Веллингтона. Во главе своей дивизии Пиктон принял участие в осаде Бадахоса, во время которой после ожесточенной атаки овладел цитаделью в штурме Сьюдад-Родриго. В сражениях при Витории, Артезе и Тулузе. В последнем сражении Пиктон произвел чрезвычайно искусную ложную атаку на северную часть города и тем решил победу Веллингтона над Сультом. В начале 1815 года Пиктон за отличие на Пиренейском театре был награжден орденом Бани Большого Рыцарского Креста. Когда в 1815 году Наполеон вернулся с острова Эльбы, Пиктон был назначен командиром сводного англо-голландского корпуса. Раненый в сражении при Каттербра, Пиктон все же 18 июня принял участие в сражении при Ватерлоо, в котором снова был ранен и на этот раз смертельно. Его тело было перевезено в Лондон, где он и был похоронен. В 1823 году в его честь в Карматене был установлен монумент. Роль генерала Пиктона в исторической драме «Ватерлоо» исполнил Джек Хакинес. Источники: военная энциклопедия, Потрет, В.Ф. Новицкого и Д.Р. С.П.Б., Т.В. и В. Сытина, 1911-1915. Биография Пиктона.